А сейчас мы едем на острова, которые дикие, незаселенные, красивые, с голубой водой и с желтым песком. Черепаха. Это не волк, а он хочет черепаший суп. Да. Это еще один необитаемый остров. Накидала кучу саргасса. Просто в английском языке, например, нельзя сказать ничего не делать, можно сказать do nothing, то есть делать ничего, а это другой смысл. Столько саргасса этого, да? И вот есть один вопрос. Смогли бы вы жить на таком острове, как вот этот? То есть понятно, что с одной стороны это райский, парадайский, а с другой стороны, что делать? Вот что бы вы делали на таком вот острове, если бы вас сюда закинула судьба, но не по необходимости, а по свободе выбора? Гоняйся за игуаной. Ой, я также хочу. Иногда на эти острова забегает огромная куча туристов. Типа вот там сзади вы видите, катамаран швартуется. Это такие туристы выходного дня. Но когда ты здесь стоишь на лодке, то на лодке можно постоять несколько дней и побыть на этом острове вообще в одиночку, потому что это остров, на который, ну, обычно не заезжают. Мы, конечно, взяли с собой дрон, но при таком сильном ветру я не думаю, что вообще что-то получится. Очень круто здесь. Как можно Карибы не любить, не понимаю. Это рейнджеры, которые собирают плату за стоянку на буях. Итак, получается, стоянка стоит 45 EC. Это не важно сколько. Короче, 45 EC стоит стоянка лодки в день, и по 10 EC с человека за стоянку тоже в день. Итого у нас получилось 85 EC, и они сказали 32 американских доллара за день. Так, что у нас тут? Это большая ракушка. О, тут гадость, она брызгается. Глаз смотрит.
А этой штукой они цепляются за дно. Да. Что ты смущаешь? О, какую гадость она делает. Смотри, какая она красивая, да? А какая она вкусная. А здесь такая заросшая, смотри. А ее почти не видно было. Да. Прикол. Пускаем? Пускаем. В кроссовки не лей. Она перевернется? Да, ну это ее проблема. Выпустится. Молодец. Это, кстати, национальный парк, и здесь много обезьян. Каких обезьян? Черепах? Я же шучу. Не верьте мне, я все вру. Черепаха. Такая подышала. А тут, кстати, полно черепах, и можно на них кататься. То есть ее берешь за панцирь, хватаешься и как на этом гидроцикле такой за черепахером. Они здесь вот везде вокруг. Вот этот человек, с которым мы должны были встретиться. И наконец. Это мы с ним должны были встретиться еще в Киеве. Здорово. Мокрый, ничего. Ну что, поздравляю. Валера, приятно. Слава. Тоже Валера. Ну что, добро пожаловать на борт. Спасибо. Эль Тузо на пляже. Тут полно чая. Если чайка летит жопой вперед, значит сильный ветер. Тут можно и 2 недели простоять, правда? О, только что так делать. Ничего. В каждой дырке живут морские ежи. Еж по-английски будет Hitchcock. Морской еж – Sea Hitchcock. Вообще-то Sea Urchin, но это не важно. Это сейчас отлив. Поэтому... О, что-то нашел. Смотрите. Это называется fossils, окаменелости. То есть это было какое-то животное, которое здесь в лаве, наверное, застряла, и это от него следы. Смотри. О, грот. Маленький грот. Ух ты, какая птичка с красным носом. На тропинку пойдем? Кто ты, тварь? Это все рифы, да? Ага. Это риф, ограждающий глубокую воду от мелкой.
класс.